артиллерии и обороны. На марше зенитные ракетные подразделения. Começam os lançadores de foguete, como todo ano. Воздушно-космическая оборона. Пани Панчувила, Дмитрий Белянский. А вооружение зенитчиков зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». По своим характеристикам эти комплексы не имеют аналогов в мире и способны уничтожать аэродинамические и воздушные цели на дальности до 400 километров и на различных высотах.